Муса Джалиль. Чулочки. Их расстреляли на рассвете, когда вокруг белела мгла. Там были женщины и дети. И эта девочка была. Сперва велели всем раздеться, потом ко рву всем стать спиной. Но вдруг раздался голос детский. Наивный, тихий и живой. «Чулочки тоже снять мне, дядя?» Не упрекая, не грозя. Смотрели, словно в душу глядя, трехлетние девочки глаза. «Чулочки тоже». Но смятением на миг эсэсовец объят. Рука сама собой в мгновение вдруг опускает автомат. Он словно скован взглядом синим. Проснулась в ужасе душа. Нет, он застрелить ее не сможет, но дал он очередь спеша. Упала девочка в чулочек. Снять не успела, не смогла. «Солдат, солдат, что если б дочка твоя вот так же здесь легла? И это маленькое сердце пробито пулею твоей. Ты человек, не просто немец, но ты ведь зверь среди людей». Шагал эсэсовец угрюмо к заре, не поднимая глаз. Впервые, может, эта дума в мозгу отравленном зажглась. И всюду взгляд светился синий, и всюду слышалось опять. И не забудется поныне. «Чулочки, дядя, тоже снять?»